Всем привет! В данном видео пойдет речь о масле ПТГ Пневмо. Это масло для пневмоинструмента. Это единственное масло, которое удалось мне раздобыть у нас в продаже в городе, именно которое используется для пневматики. Вот, характеристики здесь указаны. То есть, в чем отличие от, допустим, компрессорного масла, это то, что оно имеет вязкость намного меньше. То есть у компрессорного масла по ISO показателям вязкость около 100 единиц, у этого же от 45 до 55 единиц. Вот. Ну, также еще температура вспышки. То есть у компрессорного масла около 200 градусов в среднем, у этого 85. Вот. Ну, здесь инструкции есть о том, как применять. То есть сделано это в Украине на заказ компании PAC Trade Group. Адрес фактического производителя указан, вот такой вот завод техничных масел Ариан, то есть Фаста в Киевской области. Вот. Также тут указано, что срок хранения 5 лет. Ну и то, что это масло защитит ваш инструмент от износа. Емкость 0,5 литра, то есть бывает еще литрушка, но в данном случае это 0,5 литра. Вот такая информация, надеюсь, кому-то поможет в выборе. Всем спасибо, благодарю за внимание.